Помогите мне! Уже иду! Это всего лишь дураки с ножами. Они мало что могут. Меня беспокоят совсем не они. Если так и дальше пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалование. Держите. Благодарю, мастер Кенуэй. А теперь, что нужно вам? Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобные у индейцев? Похоже на изделие Ганьягаха. Выясните точное место. Я должен знать, откуда он. С моими записками? Возможно. Посмотрим. Томас! Что? Спросите комнату. И ванну примите. Думаю, мы здесь задержимся. Добрый вечер.
Мило. Ну, Чарльз, не так уж он плох. Эй, Кэтрин, толстуха, вернись сюда. Мне надо выпить. Как ваши поиски? Одних карт и расчетов мало. А местные жители? Сначала мы должны завоевать их доверие. Пожалуй, я знаю, как этого добиться. Тот один малый обращает индейцев в рабство, если их освободить. Знаете, где они? Боюсь, нет. Но Чёрч знает. Он посредник в таких делах. И он в вашем списке. А я-то ломал голову, кому обращаться. Браво! Прелестно. Чарльз. Сэр. Кажется, не только мы ищем мистера Чёрча. Чёрт, и где он может быть? Что нам делать? Искать его. Идем. Я покажу, как. Пенсильвания раздались выстрелы. Написать его, родной, как думаете? Не надо совать нос не в свое дело. Благими намерениями. Если бы вы только видели, они, несомненно, были пьяны. Причем среди бела дня. Еще наемник. Его выйдет что-то путное, если продолжать в том же духе. Такой позор! Родители Бенджамина были бы в ужасе. Возможно, стоит послать за ним кого-нибудь, пока он не опозорился на весь город. Они ушли на северо-восток. Наверняка в поисках какого-нибудь кабака. Сперва расспросите этих людей, а я поднимусь повыше. Самое лучшее оружие под... Thank you.
бочки селёдки будет. Сюда! Ко мне! На помощь! Время подслушивать. Вдруг кто-нибудь да знает, что сталось с Бенджамином. Какая наглость! Не повторяйте это! Вы меня раздражаете! Осторожно! Никто ничего не видел. Проклятие! Они лгут! Ага. Но что делать? Угрожать бестолку, не упрашивать же. От слов толку мало. Арестовать одного, да в колодке. Языки развяжутся. И не только у него. По всему городу тут же начнут орать, как их власти притесняют. Только этого нам и не хватало. Тогда проще махнуть рукой. Жертва мертва. А те, кто знает, в чем дело, они молчат. Раз они покрывают убийц, пусть сами все и расхлебывают. Вот ведь на то ты идет. Докладывают, что подполковник Вашингтон сдал форт Несесити французским войскам. Участившихся несчастных случаев. Но